Здорово, пацаны. Сегодня будет обзор на мирный магазин. Я там еще ни разу не был, уже давно реклама пришла. Там забор впихнули. Это на месте предыдущего магазина. Я там еще ни разу не был, но все, кто были, говорили, типа, ну, нормально. Очень хорошо, что рядом он есть. Сейчас я пойду, посмотрю, что там на 2 рубля можно купить. Эксперимент такой. 2 рубля. Вот указатель, как видим, поставили. Там еще был, но там сейчас ремонт труб, поэтому убрали. Вот магазин. Кстати, вот тут я когда был, ну, чуть дальше уже, встретился с одноклассницей, когда гонял в лес. Ну, видео мысли после леса, помните? Опа, тут что-то копают. Трубы какие-то прокладывают. Интересно, что там вообще, магаз тут есть, нету. Сейчас посмотрю. Что-то вообще не узнаю местность. Все изменилось так. Но я сюда и до очень давно не ходил, на самом деле. Неделю здесь магаз закрыт. Но они вроде открыты, какой-то мужик что-то копает. Интересно, что тут. Корзинка. Блин, качество JPEG. Блин, прикиньте, из-за того, что это небольшой город, плюс я сейчас на Мирном. Там продавщица с подругой сидит просто на крылечке возле магазина. Болтают там обо всем. Мне уже было как-то, не знаю, стеснительно снимать это все. Плюс в магазине, ну, естественно, никого не было. Тут вообще, мне кажется, мало кто и редко бывает. Но очень хорошо, что есть такой магазин. Взял 2 топа черничных по 99 копеек. Кстати, почему-то не нашел ценник. Хотя посмотрел оба. Блин, не знаю, вылаживать это видео потом, ну, монтировать или нет. Или сходить как-нибудь, когда там будут другие посетители, чтобы все это поснимать. Посмотрим, посмотрим. Если будет в скором времени возможность туда сходить, то, естественно, я засниму процесс, как там все внутри обустроено. Вот, ну так. Кстати, там продавщица, по-моему, знакомая моя. Вот такое ощущение, что это Аня. Хотя, может, и нет. В общем, не знаю, почему, посмотрим. Если я нового ничего не засниму, видео порвется прямо здесь. Приходите в магазин.